А где нам? Идите туда, ждите в этом. Побрился, причесался и все, я готов, я оделся, галстук. И в принципе все, больше ничего не делал. Скажите, когда вы готовы будете? Короче, на что думать? There's nothing else to do. This is what we do when we don't have, we're waiting for the bride. I went to bed at like 3. And they did too, seriously. I don't even know if Nadia went to sleep, she probably didn't. За всю свадьбу. А так все нормально. Я увидела Никиту, он увидел меня. Ну, молился, то, что, может быть, мне Господь даст там невесту, свою спутницу жизни, и дал. Я познакомился с Надей в лагере, заметил, что она трудится в лагере очень сильно, и она помогает, у нее есть служение, и познакомился, мы начали общаться, я молился, мы обои молились, и она приняла крещение. Мы вот так вот, Бог дал нам, мне знак, ей знак, и мы поняли, что мы это от Бога, и... Мы влюбились, вот мы здесь. Все. Thank you.
ваших пригласительных написано «Он мир наш». То есть Никита не пишет «Вот мир мой будет, если…» Или Надежда не говорит «Мир мой будет, если…» Мир наш, и он во Христе. Он во Христе. Поэтому Господь да благословит вас, чтобы Он действительно был для вас этим миром. И вторая половина этого стиха, там же это то, что Он из обоих делает одно. И мы об этом сегодня говорили, и я верю, что Бог будет делать и в вашей жизни. Просто хочу сказать, когда Бог будет это делать, запомните, это не мгновение. Это не значит, завтра утром вы проснетесь и почувствовали, все, Бог сделал то, что мы хотели. Бог будет из вас обоих делать одно всю жизнь. Всю жизнь, поверьте. Я больше 45 лет прожил, есть еще больше, и Бог все еще делает из нас одно. Мы еще не можем сказать, что мы уже во всем одно. Это удивительно. Бог работает. Когда Бог работает, бывает больно, дорогие друзья. Когда Бог работает, приходится с чем-то расстаться, Он отбирает. Он говорит, это мешает тому, чтобы вам быть одно. И Бог забирает. Отдавать больно, когда отрезают больно. Но это Божья работа. И я хочу, чтобы вы согласились с этим. Будут слезы, будет отчаяние, но не мешайте Богу работать. Не мешайте из вас обоих делать одно. Утешайтесь в Нем и не забывайте слов на пригласительном. Он мир наш. Будут трудности и переживания, к ногам Христа, к подножию креста, зовите Его к себе, в свой дом, в свои сердца, и Бог тогда совершит вот это великое таинство, из двух сделает одно. Дорогие Никита и Надя, пожелаем вам долгие годы и счастья вместе, и всегда будьте вместе и живите с любовью. Сначала мы желаем счастья, как сказать, счастья, веры, мира, любви, чтобы счастливо жили. Всегда любили. Конечно, вы будете ссориться иногда, но вы будете приходить назад и с прощением друг друга. Значит, ты Никите готовила вкусно. И Никита, что вкалывал? Работал. Мое пожелание вам, что сейчас свадьба пройдет, начнется жизненная жизнь, проблемы, суета, но чтобы при этом вы все равно оставались в церкви, служили Господу и оставались при каком-то служении. Пожелания ставлю тебе. Будь женой по Библии. Хорошо готовь. Это самое важное, наверное. Ну, не самое важное, но
важное. И люби меня, и все. А я буду обещать быть мужем по Библии и любить тебя. И так же хорошо готовить. Когда ты не будешь, то я буду тебе. Мы вместе будем. Муж, я хочу пожелать тебе, чтобы ты был священником в нашем доме. Хочу пожелать, чтобы все дети, которые у нас будут, тебя слушались. Хочу пожелать тебе, чтобы ты всегда, когда приходил домой, всегда был радостным и счастливым и довольным, всегда торопился домой. И обещаю тебе, что все буду делать для того, чтобы ты с радостью торопился домой, встречать тебя всегда с радостью, уважать тебя, ценить, особенно при других людях, и всегда тебя любить. She breaks the scale. She breaks the scale. Thanks, Sam. Thanks for your advice. I didn't know what to say. Thank you.